Здравствуйте, друзья, Садом в Экспресса. Вот и прошла первая половина июля. И показываю сегодня вам 4 хосты гиганта в моем хостарии. У меня очень длинный с северной стороны дома вдоль цоколя дома хостарий. И вот первую хосту, которую я вам показываю, это хоста называется Summon Substance. Очень много лет она считалась одной из самых крупных хост, известных среди хостоманов. И у нее лист такой огромный в размера, что, в общем-то, до 40 сантиметров. Это еще хоста молодая, 4 года только, но до 40 сантиметров длину лист. Круглый, очень четко у нее рифление и капельница. Видите, лаймовый еще весной, а уже ближе к середине лета, к июлю, лаймовый цвет, даже несмотря, что находится хоста с северной стороны, будет постепенно меняться на лимонный желтый цвет. Эта хоста желтая, она хорошо растет и на солнце. Но я все-таки ее высадила с северной стороны, чтобы она не горела и не палилась. Вот такая, наверное, 1,5 метра уже в ширину точно. Высоту нет еще пока. Еще не такая высокая. И дальше идет голубая хоста, знаменитый сорт этот, этой хосты Фрэнсис Уильямс. Листья голубые, а край салатный. Еще только начало лета. И уже к середине он будет почти весь краешек кремовый. Знаменитая хоста такая. Старый классический сорт. Она не считается гигантской, она 60 сантиметров в высоту. Но в ширину она тоже уже большая. Где-то около метра в ширину. Следующая моя любимая хоста, это хоста Regal Splendor, королевишина, сизо-голубой лист, сизый больший лист и такой достаточно четкий кремовый край, который держится в течение всего сезона, кремовость этого края, и очень быстро хорошо нарастает. И посмотрите, ей тоже где-то 4 года, вот этим большому листу, кусту. Правда, я брала не одну со своего маточного куста. Здесь, наверное, 4 раза почти сразу было. И вот, посмотрите, тоже 1,5 метра уже в ширину. И высоту уже 60 сантиметров точно. Но это будет гигантская хоста. Она огромная. Особенно ценят ее англичане. В английских садах она занимала, она много у них премий. И достойна королевского сада эта хоста считается. А какой неспадающий лист у нее. И волнистый лист, и форма куста вазообразные. У них черешки вот такие высокие. И с высоты, как фонтан, спускается след. Это хоста под названием Regal Splendor. Но это мать хоста Regal Splendor. Regal Splendor — это спорт от хосты Cross Regal. Она чуть-чуть выглядит поменьше, она не так быстро развивается, но в то же время тоже прекрасная сизо-голубая хоста. У нее более волнистый лист, более выраженная такая рифленость тоже у нее в листе. И также фонтанообразная форма куста, не спадающие листы, высокий черешок. И она листочек такой, знаете, волнистый, немножко поуже, чем у Кросса Регал, чем у Regal Splendor. И тоже знаменитая хоста, очень ценится, голубая, и особенно из-за формы листа и вазообразной формы куста. А вот форма куста куполообразная. Посмотрите, это уже явный купол. Видите, как будто вот если стадион, купол стадиона. Да, посмотрите, или шар наполовинку обрежете, вот этот вот купол круглый. Это знаменитая хоста, голубая, одна из самых голубых крупных хост. Называется она Blue Mammoth. Blue Mammoth переводится «голубой мамонт». И она тоже уже 4 года, ей она приближается к взрослости. И тоже до 1,5 метра. Посмотрите, какая широкая. Вот от края до края в ширину. Высоту пока нет еще. Она не добирает гигантского размера. Гигантский размер считается 64-70, это большая, а после 70, 80, 70, 80, 90, это уже считается хосты большие, гиганты, giant. По-английски звучит giant, giant, гиганты. И вот голубая — это гигант, и гигант Summon Substance, и такая же Regal Splendor бывает. Гигант, да, по размерам куста, по высоте и по ширине. И, конечно же, она самая такая голубая, красивая у меня в саду из голубых больших гигантских хост. Есть средние хосты, малышки, они совсем другие. Ну вот смотрите, это гигант, я всегда люблю показывать. Вот гигант, а вот рядышком Blue Mouse Eos. Малышки, видите, какие? Малюточки, 10-15 сантиметров в высоту, ну, в ширину 30-40 сантиметров.
будет побольше, когда будет она. Она очень медленно развивается, эта малютка. Уже 4 года, всего 4 там разетели. Но очень медленно. А вот вам мамонт. А он действительно мамонт голубой, он огромный. Вот такие вам показываю хосты в своем хостарии. Здесь, конечно, у меня не только гиганты, есть и другие. Как-нибудь сделаю обзор и всех хост. Больше 30 сортов. А сегодня я показываю вам большие и гигантские хосты. Ну, получилось, я вам показала 5 сортов. Salmon Substance. Вот он, видите, большой, самый большой. Дальше идет Francis Williams. Тоже большая. Она большая, гигантская, между такими, когда она до конца доведет, куст дойдет, после 7 лет он так достигает. Вот это Regal Splendor, это гигант, большая, огромная, она сейчас почти уже больше всех такая же, как Salmon Substance. Это большая хоста Crosser Regal и гигантская хоста Blue Mammoth. Вот такую красоту вам показала. Выращивайте хосты. Хост много не бывает. Они такие все разные, совершенные, прекрасные. А мы, хостоманы, ну просто привержены своим растениям. Любим их, ухаживаем за ними. И благоговеем, когда видим такую красоту. До новых встреч на канале Садовый Экспресс.